Спасательная операция в Хабаровском крае. Сотрудники МЧС сняли со льдины двух подростков. Их заметили жители и позвонили 112. В воздух тут же подняли вертолет. Также отправили судно на воздушной подушке, так называемый аэробот. На нем мы вывезли пострадавших. Сколько подростки провели на льдине, пока неизвестно. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.